Новые междугородние маршруты из Твери до Ржева, Зубцова, Оленина, Осташкова, Погорелого Городища и в Кимры запустила компания «Транспорт Верхневолжья». В день планируется совершать по 1-2 рейса, однако на ржевском направлении их количество доходит до 10. Всего на линии вышли 12 автобусов большого класса вместимостью 53 места и 3 машины, рассчитанные на 37 человек. В областном центре они отходят от автовокзала, начиная с 5:30 до 22:05. В зависимости от маршрута время в пути составляет от 2 часов 20 минут до 4,5. Стоимость проезда составляет от 312 до 557 рублей. Оплатить проезд можно наличными и банковской картой МИР, Visa или MasterCard. Напомним, что новая транспортная модель, инициированная губернатором Игорем Руденей, начала действовать в регионе с 3 февраля прошлого года.